Математические весы Гига наглядно и доступно объяснят ребенку правила арифметики. Они познакомят его с понятиями равенства, неравенства, научат складывать, вычитать и даже умножать. Набор предназначен как для дошкольников от 4 лет, так и для учеников младших классов. Ведь делать уроки с такими занимательными весами еще проще и интереснее. В набор входят грузики по 10 грамм каждый и линейка, которая устанавливается нулевым делением на специальную подставку. Под каждой цифрой на линейке есть гвоздик для подвешивания грузов. Попробуем решить с помощью математических весов несколько примеров. Сложение. Допустим, мы хотим сложить цифры 2 и 3. Это ведь будет 5? Проверяем себя. Вешаем с другой стороны грузик на цифру 5. Весы уравновесились. Значит, мы решили пример правильно. Попробуем с вычитанием. Допустим, мы хотим вычесть из 3 2. 3 минус 2. Второй грузик вешаем на шкалу со знаком минус. 3 минус 2 – 1. Проверяем. Весы снова уравновесились. Теперь попробуем с умножением. Для этого мы будем вешать на гвоздик несколько грузов. Например, если мы цифру 4 хотим умножить на 2, вешаем на нее 2 грузика. 4 умножить на 2 – 8. Вешаем грузик на восьмерку с противоположной стороны. Весы снова уравновесились, значит, наш ответ правильный. Таким образом, математические весы помогают ребенку не просто решить пример, но и пригодятся ему для самопроверки. Может показаться, что математические весы выполняют ту же функцию, что и обыкновенный калькулятор. Однако у них есть важное преимущество. Весы не только выдают правильный ответ, но и показывают, как мы его получили. Это гораздо полезнее для мыслительных способностей ребенка и развития у него тяги к новым знаниям.